Всем привет, дорогие друзья, с вами Элрик, и это Pokemon Time. Сегодня у нас будет первая часть распаковок второго японского бустер-бокса Bandit Rings. В общем, давайте приступим к распаковке. Как обычно, она будет поделена на 4 видео, то есть по 5 бустеров в каждом видео. Рассматривать мы опять его с вами не будем, потому что мы это уже видели. И давайте начнем находить новые карты. В приоритете у меня сейчас Хупа. Не знаю, что-то мне хочется еще одного Хупа. Потому что... Не знаю, ну, мне этот покемон очень понравился, если честно. Хотя фильм я еще не посмотрел. Так, мусор уберем. Вот он у нас новенький, на все готовенький бустер. Пожелаем удачи. Поехали. Я забыл ножницы, и мне теперь приходится открывать карты немножечко по-другому. Так, Амфора Спирит Линк. Я уже вижу блестяшечку. Райц. Реликов. Это Кирля. И последняя карта. И это еще одна холо-карта с Гудрой. Такая у меня уже есть. Кстати, из этого сета мы собрали достаточно много карт. Поэтому я думаю, что у нас получится вполне собрать его весь. Ну, конечно, за исключением EX. Потому что это невозможно. Даже для японских бустеров. Так, надо хорошо их сложить, чтобы не было видно. Так, это Голург, Ancient Trade карта. Это Спинарак. Сейблай. Милая Котани. И последняя карта, это карта EX-карта с белым Кюримом. Она выглядит очень круто, такого ярко-голубого цвета. Да, она однозначно классная. Я даже как-то сначала не сразу понял, что это EX, и так странно отреагировал. Ну что ж, со второго бустера нам выпала сразу X-карта. Это, наверное, традиция. Хотя, возможно, мы все-таки сможем собрать. Также пишите в комментарии о том, какие бы следующие сеты вы хотели увидеть. Потому что все-таки наши запасы с вами не особо вечные. Special Energy, извините, я оговорился, все еще отхожу от радости. Это Белдум. Еще один милый Вупер. Не знаю, как держать. У нас дебильное освещение с вами стало. Инки. И последняя карта. Это Metagross Ancient Trade. Такая у нас тоже уже есть. Четвертый бустер. Пишите, какие бы, кстати, вы хотели получить карты. Giant Plant Forest.
Голурк, Мэджикарп. Это... забыл, как его зовут. Вроде бы это была Котани. И... Интей, простая карта. Такая у меня тоже уже есть. И последний на сегодня бустер. Знаете, что я так как-то неактивно веду. Я себя не особо хорошо чувствую. Что-то странно. В четвертом бустере должна была быть экс-карта. Но, видимо, все еще впереди. Что ж, поехали. Последний бустер. Тиранитавр Спирит Линк. Веспик Винэншн Трейд. Милый Иви. Забыл, как ее опять зовут. Это Ларвета. И последняя карта. Это Гярдос. Обычная карта. Ну что ж. Экс-карты, это тоже неплохо. Наверное, в этом бустер-боксе все веселье будет в самом конце. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем отличной учебы, удачи в ваших битвах покемонов и пока!